Готовящиеся на Украине региональные выборы, запланированные на осень 2020 года, заставляют президента Владимира Зеленского усердно работать над повышением популярности своих соратников. Однако пока украинский лидер в этом деле терпит фиаско. На данное положение дел в интервью сетевому изданию «Политнавигатор» было обращено внимание экс-депутатом Верховной Рады от Херсонской области Алексеем Журавко. Херсон возмущен пиар-вояжем Зеленского. Уже из заголовка можно узнать о негативных итогах той политической клоунады, которую устроил лидер разрушенной после Майдана страны для населения Херсонщины. Мне стыдно было смотреть на этот цирк. Зеленский продемонстрировал безграмотность и непонимание того, что происходит в Херсоне. Вел он себя не как президент, а как настоящий клоун, заявил Журавко. При этом политик отметил, что президент Украины перед местным населением демонстративно обсуждал программы развития, рост благосостояния, завершение многолетних долгостроев мостов и тому подобное. Однако на практике уровень жизни в Херсонской области падает каждый год после победы Евромайдана. Политик отметил, что вместо принятия реальных мер для компенсации негативных последствий коронавируса, а также начала восстановления местных производств, Зеленский занимался пустым прожекторством. В итоге вопросы о кризисе в сельском хозяйстве, безработице, росте тарифов так и остались без конкретных ответов украинского лидера. Данное положение дел ясно продемонстрировало украинцам, что их президент занимался популизмом и пытался пиариться с прицелом на осенние выборы в местные советы. Итог этой поездки Зеленского – жирная двойка. Неуд. Думаю, визит действительно будет иметь эффект на выборах, но обратный тому, на что рассчитывали в Киеве. Это провал, резюмировал ситуацию Журавко.